Здравствуйте! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о беспроводном пылесосе Redmond RV-UR359. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Также рекомендую включить колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Redmond RV-UR359 – беспроводной вертикальный пылесос 2 в 1 для легкой и быстрой уборки. Прибор работает от аккумулятора, его не нужно подключать к электросети, поэтому пылесосом вы можете очищать поверхности абсолютно в любых помещениях. Пылесосить пол на веранде, очищать обивку машины в гараже. Устройство оснащено вместительным контейнером-пылесборником, которого вполне достаточно, чтобы провести уборку в квартире, не отвлекаясь на дополнительное очищение. Прибор имеет уникальную конструкцию, его можно использовать с трубкой-удлинителем, как обычный пылесос для уборки полов, или как ручной, если установить насадки прямо на корпус устройства. Во время уборки розетка вам не потребуется. Пылесос Redmond эргономичен и компактен, а материалы, из которых он изготовлен, и классические цвета образуют строгий, однако легко узнаваемый дизайн. В комплект пылесоса входит специальная крепежная система, благодаря ей беспроводной пылесос вместе со всеми насадками крепится к стене. Пылесос оснащен мотором с мощностью всасывания более 30 Вт. Его хватит для уборки мелкой пыли с твердых поверхностей и ковров с коротким ворсом. При этом уровень шума во время уборки не превышает 80 дБ, практически в два раза меньше многих циклонных пылесосов. Вы можете смело пылесосить даже вечером, не боясь помешать отдыху домочадцев или соседей. Девайс способен работать без перерыва на стандартной мощности до 55 минут, а при максимальной – до 25 минут. За это время вы успеете убраться в 1-2-комнатной квартире или тщательно очистить загрязненный салон автомобиля после дальней семейной поездки. Объем контейнера пылесборника пылесоса – 0,8 литра. Этого достаточно, чтобы не прерываться на очистку во время уборки. Благодаря универсальной конструкции 2 в 1 пылесос легко превращается из вертикального в ручной. Достаточно установить насадки прямо к корпусу прибора. Компактный пылесос весит чуть больше 2 кг, его не нужно подключать к электросети. Установите любую насадку прямо на корпус и с удобством пылесосьте салон и багажник вашей машины. Пылесос оснащен фильтром тонкой очистки HEPA класса H13, благодаря которому прибор удаляет не только видимый сор, но и очищает воздух в вашем доме. Прежде чем попасть обратно в комнату, воздух, очищенный от сора, проходит через фильтр. На нем оседают самые мельчайшие частички пыли, споры грибков, пыльца и ряд других аллергенов. Пылесос оснащен тремя многофункциональными насадками. Турбощетка позволит тщательно очистить любые напольные покрытия – линолеум, ковролин, паркет, керамогранит и другие. Щетка 2 в 1 поможет очищать мягкую мебель от волос, крошек, пыли, шерсти домашних животных. Также с помощью насадки удобно очищать домашний текстиль, плотные шторы или пледы. Щелевая насадка незаменима для эффективной уборки вдоль плинтусов, в углах, проемах между мебелью. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, начну с отрицательных. Слабая автономность. Хотелось бы больше мощности. Маленький контейнер для мусора. Не собирает крупный мусор. Плохо пылесосит ковры. Длина шнура. Из-за легкого веса к нему нужно привыкать. Непривычно ставить на зарядку. Плохо убирается. Я стараюсь быть объективным при подготовке обзоров. Сейчас расскажу о положительных отзывах. Удобно пользоваться, не путаешься в проводах. Приятная цена. Компактный размер. Хорошо держит зарядку. Достает в труднодоступные места. Работает практически бесшумно. Легкий. Достаточно маневренный. Удобно чистить пылесборник. Возможно, вы станете владельцем данной модели и захотите поделиться своим мнением о ней в комментариях. Ссылки с лучшими ценами вы можете найти в описании к видео. Надеюсь, что обзор был вам полезен и вы уже поставили лайк и подписались на канал. Не забывайте про колокольчик. Всем пока!